Алло, мама! Мамочка! Ну, я всех да с поздравляю. Да, минут 7 назад. Да, да. Ну, конечно, мальчик. В Самарском театре драмы долгожданная премьера. Из-за пандемии, когда зрительные залы заполнялись не более чем на 50%, спектакли ставились редко. И сейчас театры переживают своеобразное пробуждение. Режиссер-постановщик Михаил Лебедев представляет публике спектакль «Весы» по пьесе Евгения Гришковца. Современная драматургия, да, это, мне кажется, очень простой и понятный язык, да, без каких-либо, ну, там, наворотов. Но одновременно с этим он и, ну, и современный, и, мне кажется, и молодежный, да, потому что возраст семьи сейчас у нас все молодеет и молодеет. Действие разворачивается в родильном доме, но на сцене в качестве героев не мамы, как это можно было бы ожидать, а отцы. У режиссера полтора года назад родился сын, поэтому тема отцовства ему близка. Кроме того, признается, хотелось зарядить публику позитивом. А что может быть более жизнеутверждающим, чем рождение ребенка? Всегда, да, человек хочется, ну, услышать что-то приятное, что-то особенно вот в том информационном поле, в котором мы сейчас находимся. Я нахожусь в том числе, ну, правда, хочется иногда, ну, каких-то хороших новостей. А те обстоятельства, в которые помещены герои пьесы, ну, они заведомо, они даже не хорошие, они, ну, они такие космические. Ну, кто там ждал появления детей, да, тот примерно представляет, что это такое. На сцене 4 отца, у каждого своя судьба. Один из них пришел поддержать старшую дочь, которая стала мамой без мужа. Второй сопровождает друга. В прошлом он сам потерял ребенка. Его друг – отец двух дочерей и мечтает о наследнике сыне. А четвертый решил присутствовать на родах. Это, конечно, такое событие. Я такое пережил. В конце спектакля отцы приходят к выводу, что не столько дети нуждаются в родителях, сколько сами родители в своих детях. Финал счастливый, все роды прошли прекрасно, а отец двух дочерей, мечтавший о сыне, получает сразу двух. Виктория Шара и Николай Епифанов. События.